Карим Асимов поручил министру культуры и спорта держать на контроле тему допинга. Премьер-министр отметил, что необходимо закупить качественную медлабораторию, если требуется привлекать для этого спонсорские средства. В эти минуты проходит очередное селекторное заседание правительства. Главная тема обсуждения – дополнительные меры по стимулированию казахстанской экономики и обеспечению занятости населения, а также реализация госпрограммы индустриально-инновационного развития до 2019 года. Подробности мы сообщим вам в следующих выпусках новостей.